Всем привет, ребят, с вами Аурум Эрик, и это уже пятый выпуск в рамках невероятного челленджа. Прошлый челлендж был реально лютый, и я выиграл в первой части видео, а во второй части видео на канале Эрика я проиграл, и это прям хнык-хнык, насколько сильно было обидно. Если вы хотите посмотреть, то обязательно посмотрите, где-нибудь подсказка всплывет. Это было прям очень-очень люто. Напоминаю, что у нас целых 10 серий, в каждой серии у нас конкурс с тремя броу пасами в денежном эквиваленте. Для того, чтобы их выиграть, переходите на канал Эрика, подписывайтесь на него и под его видосом оставляйте комментарий и фантазируйте, какие еще челленджи мы могли бы с Эриком выполнить. Помимо прочего, если за время этих 10 серий на канале Эрика наберется 1 000 000 подписчиков, то там будут просто лютейшие призы. Насколько я помню, 3 PS-ки, 3 айфона. Что там еще, Эрик? 3 AirPods и 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей, помимо всего прочего. Ну и вы же понимаете, да? Эрик такой, что как бы это действительно произойдет. Это все не фейк, это реальные призы, это будет люто. Поэтому прямо сейчас подпишитесь, давайте набьем ему лям до конца этих 10 серий, и будет круто. Что же сегодня у нас за челлендж? Что же наши больные умы придумали? А в этот раз мы придумали довольно интересную тему. Каждый из нас на листике, вот мой, кстати, листик, ничего не видно, правда, но будьте, верьте на слово. Где-то здесь появятся иконки бравлеров. Каждый из нас загадывает 12 бравлеров. Это очень похоже, кстати, на морской бой. Кто помнит морской бой, палец вверх. Загадывает 12 бравлеров. И если наш соперник выбивает конкретно этого бравлера, то он получает балл. Если выбивает другого, не из нашего списка, то балл он не получает. И я не знаю, что загадал Эрик. Эрик не знает, что загадал я. Но вы видите это все прямо сейчас, этих бравлеров, но мы-то при этом этого не знаем. А вот, кто больше баллов наберет, ну, по КД, там, редкий 1 балл, сверхредкий 2 и так далее, лига 10, все по нашей стандартной системе, тот и победил. Но довольно интересно, потому что можно и не попасть, вы же понимаете. Все правильно сказал, Эрик? Да, все верно. Ну что, погнали. Ну и 2000 гемасов, видите, у нас 4000 гемов, 2000 гемасов тратим у меня на аккаунте на этот раз, куда урома ввожу, и 2000 гемов тратим у Эрика на аккаунте. Я, да, сказал? На канале. У Эрика на канале, ссылка на его видос уже в описании, и там же конкурс, так что не пропустите. Вот, мы опять, короче, зря потратили 4000 гемов, тут можно было эти акции купить, но, ладно, ничего страшного, у нас же для чистоты эксперимента. Ну что, ты готов? Да, я готов. Ну, поехали, интересно, что ты там загадал. Так, у меня первое Эль Примо. Мимо. Мимо. Первое Эль Примо. У тебя тоже? Да. Мимо. Мимо, 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 мимо. Так, и я чуть не купил скин на Шелли. У меня второе Поко. У меня Барли. Барли, ты попал. А, Поко мимо. Поко мимо, офигеть, что ты там такое загадал-то? Короче, первый балл уходит Эрику. Так, сейчас сверхредким. Пройдемся по тяжелой артиллерии сейчас. Пенни. Пенни, мимо. Блин, да что ты, как так так-то, а? У меня Карл. Карл, блин, попал. Попал? Да. Так, записываю. Нормально, я пока 6 предметов. Успокойся. Главное, успокойся. Мне 2 ответится. Ну как? Так, у меня Карл. Карл, ну ты попал. Слава богу, слава богу. Вычеркиваю Карла. Первый у меня это Джеки. Так, Джеки попал. Да и все, пока. У тебя 2 плюса. Так, а второй это Спраут. Что? Нет, попал? Нет Спраута, нет Спраута. Нет. Ну, все равно Спраута уже выбить, это же... Офигеть ты дал, капец. Короче, я не буду записывать, я думаю, мы и так поймем. Зрители видят, это главное, правильно? Окей. Кажется, у меня ты одного бравлера только вычеркнул. Ну да, а ты у меня троих. И Спраут, как ты, блин, вообще... Как ты был рядом, Роза? Роза, мимо. Ну что, блин, 3 из 4, как мимо-то? Подожди, я же одного у тебя выбил редкого, правильно или нет? Нет, у меня еще до сих пор остался редкий. А, вот этот один, капец, ты загадал одного редкого, и я его не могу выбить. У меня 6. Что ты будешь делать? У меня тоже, кстати, 6, подожди. Поко. Барли, все, понятно. На. Да. Вычеркиваю Барли. Поко, да. У меня, кстати, и ты, и я Барли загадали. Ладно. 4. 5.
5 тоже. Опять 5. Так, ну хочется что-нибудь такое поцелить, эпик какой-нибудь, мифик там. Лего, прикинь, если я Лего попаду. Пайпер выпало. Ого. Пайпер? Да. А блин, попал. Отлично. Ребята, спасибо. Это просто трэш какой-то. Как так? Почему мне так сильно не везет, а? Жизнь. 6. Ну все. Ты готов? Ты готов? Это расплата. Эрик, все. Да, давай. Давай. 3, 2, 1. Дэрил. Мимо. Так долго. У меня остается 560 гевов. Роза выпала, ну это... Ну, там, без разницы. А у меня до сих пор розы не было. Мимо. Так, у меня еще один барли... Ой, барли. Еще... Еще один... И это! Блин, хромик, это Лу. Да, у меня Лу есть. Ты загадал Лу? Да. Да! Мы считаем его как за эпик, да, или как? Да, за эпик. Ну, хоть так, ладно, слава богу. Фух. Так, 400 гемов остается. Ну, для этого видоса. У меня еще 2 сундука. Так. 5. 5. Так. И у меня вроде все. Да, все. Так, подожди, подожди, подожди. 5. И... Похоже, все или не все? Да, ровно, я чуть опять не прокликал. Ну, соответственно, насколько я себе правильно, если мы правильно по подсчетам, да, верны, то ты пока ведешь, да? Да, пока я веду вроде. Пока Эрик ведет, но это все только пока, потому что напомню, что в прошлой серии я выиграл у себя на канале и с треском проиграл в 4, по-моему, очка, если я не ошибаюсь, на канале Эрика. Поэтому, ребят, нажимайте лайкосик, переходите на канал Эрика, обязательно досмотрите. Смотрите, по сути, на этом аккаунте этот челлендж, он очень интересный, реально, я не знаю, что загадал Эрик, Эрик не знает, что загадал я, поэтому крайне интересно досмотреть. Вводите код Aurum в магазине, подпишитесь прямо сейчас на меня и на канал Эрика, ну и, конечно же, не забывайте про два очень важных момента. Первое, локальный конкурс в каждой серии 3 Brawl Pass'а, переходите, опять же, под видосик, оставляйте комментарий. И второе, это грандиозный конкурс, который вас ждет, если миллион подписчиков будет до конца этого челленджа. Поэтому обязательно на него подпишитесь, на Эрика, если еще не подписаны. Ну и, собственно, вот как-то так. Хорошего всем настроения. Не болейте, не провтыкайте лето. Уже середина, даже больше. Всем пока. С вами был Аурум и Эрик. Всем пока. Пока-пока. Всем привет, ребят. С вами Аурум. Надеюсь, слышно меня хорошо. Сейчас 1:30 ночи. Волнительный день, потому что Степа первый раз едет на такой гиг. Гигантское расстояние до Одессы, сколько там, 400, 500, 600 километров, и от Одессы городок, поселок Черноморск, Черноморка. Фу, еду, засыпаю, пошел умылся, поменял вторую банку Red Bull, и кто у нас проснулся? Привет! Ты проснулся маленький. Ты что, не будешь спать, ты хочешь сказать уже? Прикинь, похоже, да не будет. Блин, ну реально, ты такой свеженький. Такой свеженький. Такой свеженький, такой симпатичненький. Кстати, такой, да. Просыпался сама дома. Свежесть, просыпался, да? Дома. Он тоже, ну-ка проснулся, не может понять, что у него дома. Такой, уснул дома, а проснулся, да, непонятно, не дома. Что происходит?